нас уже такое есть. У нас такой вот предбанник. Сеточка такая у нас. Сверху тоже будет сеточка. Вот так вот заходишь. Такой предбанник. Тут тоже все профнастилом закроется. Просто пока надо пол ложить, потом профнастил. Ку. Ну, кто там сидит? Ку. Еще один. Тоже уже накрытый. Уже калитка есть. Да, это будет уже сетка дальше. Это калитка на второй этаж. Пока не доделалась. Тоже предбанничек. Один такой. Второй такой. Ну, Коля говорит, и тут еще сделать третий. Ну, я не знаю. Без понятия пока. На будку вот такую. Такого же плана делать. Вот, такого же типа. Чтоб сверху можно было и полежать тоже. Только нормальную.